Доброе утро! Сегодня 27 мая, Всероссийский день библиотек. И в этот день наша семья поздравляет своих друзей, сотрудников одной из старейших в нашем городе библиотеки имени Федора Алексеевича Семенова. Спасибо вам за бережное хранение и чуткое отношение к кладези знаний, храму просвещения и царству мудрости. Хочется пожелать, чтобы век стремительного потока информации у каждого из нас оставалось время для приятного общения с книгой. На книжных полках мысли поколений, и стоит только руку протянуть. С тобой заговорит великий гений, что смог в чужие души заглянуть. Покажут книги жизнь былого человека, научат правду отличать от лжи. У древних египтян библиотека не зря звалась аптекой для души. Да, книги в жизни так важны, ведь с детских лет мы с ними так дружны. И Всероссийский день библиотек отметить должен каждый человек. Дорогие библиотекари, примите, пожалуйста, мой музыкальный подарок.